Привет, меня зовут Дмитрий. Я не понаслышке знаком с топовым мировым косметическим брендом Oriflame. И в то же время я иногда слышу: это не модно, это 90-е, никто не покупает. Только совершенно незнакомый с Oriflame человек может так говорить, потому что статистика доказывает обратное. Oriflame – один из лидирующих косметических брендов России и СНГ. Например, знаете ли вы, что каждая пятая женщина в России и СНГ пользуется косметикой Oriflame? Только представьте себе, каждые 4 секунды в России кто-то заказывает нашу тушь 5 в 1. А самой продаваемой губной помадой в России признана помада от Oriflame 100% цвета. Многим косметическим брендам остается только мечтать о такой популярности. С Oriflame сотрудничает большое количество российских и международных звезд – актрис, спортсменов, дизайнеров, фэшн-блогеров. Oriflame стала официальной косметикой недели высокой моды в Стокгольме и в Москве, и с ее помощью создавались самые актуальные образы для подиума. Конкурс названия официального визажиста Oriflame вызвал невероятный ажиотаж среди ведущих российских бьюти-блогеров. Обязательно посмотрите эту захватывающую историю вот здесь. Так что присоединяйтесь и убедитесь сами. Oriflame – признанный эксперт в области красоты и знает все о модных трендах.